В эфире «Утро Карачаево-Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро! И начинаем новый день июня с погоды. В Карачаево-Черкесии кратковременные дождь и гроза, местами сильный, с градом и шквалистым ветром до 25 метров в секунду. Ветер восточный 5-10, температура воздуха ночью 8-13, а в горах до плюс 7, днем 19-24 и местами в горах 12-17. В Черкесске ночью без существенных осадков, днем кратковременные дождь и гроза, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 11-13, а днем 22-24 градусов тепла. И далее об основных событиях в республике. Было отмечено, что за время службы она зарекомендовала себя как квалифицированный, добросовестный и инициативный работник, имела непререкаемый авторитет. Информационно-пропагандистская акция, призванная повысить культуру безопасного поведения на железнодорожных переездах, прошла и в Карачаево-Черкесии. Она организована Министерством транспорта республики, Армавирской станцией РЖД и отделом ГИБДД Черкесска. Строительство и реконструкция домов культуры, активность во время пандемии, каких целей достигли и к каким высотам следует стремиться. Все это и многое другое обсудили на коллегии Минкультуры республики. Широка страна моя родная. Завершилась подготовка к грандиозному телевизионному марафону, который в День России 12 июня объединит всю страну. Такой масштабный мультимедийный проект реализуется впервые холдингом ВГТРК. 8 федеральных округов, вещание одновременно в 9 часовых поясах, 85 регионов. Охват телемарафона «Широка страна моя родная» впечатляет. Об истории, культуре и традициях различных уголков нашей великой страны расскажут яркие видеопрезентации, документальные фильмы, прямые включения с необычных площадок и знаковых достопримечательностей. Это настоящее телевизионное путешествие через всю Россию. 12 июня – День России. Официальный праздник Российской Федерации. И родилась такая идея сделать в этот день марафон, телевизионный марафон, чтобы показать всю нашу великую страну во всем ее многообразии. Это история, культура, многонациональность, природа, красоты. С тем, чтобы показать нашим гражданам нашу великую страну от Камчатки до Калининграда. Но, к сожалению, не все имеют возможность путешествовать, познавать свою страну. Но хотя бы посредством наших усилий через телевизионный экран показать и рассказать нашим телезрителям о всей мощи и величии нашей великой Родины. И эта идея нашла поддержку руководства ВГТРК. Спасибо Олегу Борисовичу Добродееву, Антону Андреевичу Златопольскому и коллеги, которые активно развивают платформу «Смотрим.ру», поддержали наш проект, за что им отдельная благодарность. Таким образом, мы нашими усилиями от Камчатки до Калининграда все наши региональные филиалы активно включились в эту работу. Причем это был такой, знаете, порыв души. Никто никого не заставлял. Мы просто провели совещание в режиме онлайн со всеми без исключения. Примерно обсудили, что и как мы можем рассказать и показать. И вот 12 числа этот проект будет реализован. Круглосуточный, 24 часа в сутки проект. Мне кажется, это такой правильный проект, который объединяет всю нашу страну. Очень много разных интересных историй, доселе неизвестных, человеческих историй. Очень много красот природных, очень много исторических фактов, о которых порой мы забываем, а иногда даже и не знаем. Наши коллеги все очень постарались. Я думаю, что марафон будет востребован нашим телезрителям. Кстати, мы и придумали название этого марафона «Широка страна моя родная», потому что другого здесь быть не может. И много интересного, я думаю, зрители увидят.
Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия-1». Ровно в 9 смотрите тележурнал «Вести Северный Кавказ», затем публицистические программы, а в 14:30 «Вести» с Аллой Динаевой. Удачной вам пятницы, приятных праздничных выходных и до встречи в эфире.